Блин, ОД пробовал через перри и хотел талант на 100%, да? Просто становишься АФК и смотришь, как проходит ОД с шансом от перри на 100%. Ну, ты сам понимаешь, что перри на 100% это говорит о том, что тебя крипы бьют с ихней скоростью атаки. Не с твоей скоростью атаки, а с ихней. У них скорость атаки слабенькая. Поэтому это как-то слабовато смотрится. Вот увеличивать урон входящий по противнику, это сильнее гораздо. И искать сплэш как раз, чтобы твои арбы били по соседним целям. Это гораздо сильнее, чем тот сраный перри, который бьет с шансом 100%. Ты просто стоишь в АК, и крипы тебя бьют. С ихней скоростью атаки. Звучит не очень. Как-то слабенько. Урса! Можно попробовать петушка жесткого. Можно тайдуху через перри, чтобы вы... Ну, на тайдухе через перри с шансом 100% такое. Как-то не очень. Попробовать через тоуг максимально в силу. Что за лаги? Здрасте, лаги. Нормально, сразу бору падает. Пока как-то подкрутка какая-то, прям пахнет подкруткой. Через атрибуты это между капиталистов, чтобы просто тупо в силу идти. Или куда? Или в тоуга, чтобы за счет своей силы дамажить сильнее. Но через тоуга это нужно постараться еще выйти в хорошее золото. Вот если в капиталисте попробовать. Я думаю, там неадекватно можно разогнать силу. Ну давайте попробуем поискать капиталист. Моментум. Моментум, кстати, тоже можно забустить. Я недавно играл через моментум. Там жесткая тема. Там статы просто неадекватно увеличиваются. Но тут в чем подвох? В том, что... Моментум, во-первых, нужно выигрывать. И во-вторых, ты можешь определенно количество настакать моментума и все. И на этом закончится. А вот выйти в капиталиста, это может бесконечно увеличивать силу. Так, капиталиста пока нет. Там есть тоуг. Ага. Опять ничего нет. Блин, сегодня без капиталиста. И чё брать? Unstable Arcana, чтобы Borrow Time нажимать 46 раз? Или взять Tinkerer под... Вот что? Rattle Cage. Да это неинтересно, это мы уже миллион раз брали, как-то, блин, не хочется. Можно взять Woodland Striders, 200 скорости передвижения, 150 здоровья в секунду. Еще и создает за владельцем деревья в течение 3 секунд, эти деревья существуют. В течение 3 секунд, эти деревья существуют 10 секунд. Снимает ограничение, скорость передвижения позволяет проходить сквозь деревья. Можно взять гонца и как раз забустить. А можно попробовать через винера. Или статы через спид демона. Чё, тинкер дает? Он, по-моему, усиливает нейтральные предметы, начиная от первого. Там первый и второй, третий левел. Начиная с первого больше процентов, заканчивая четвертым меньше процентов. Первый, по-моему, 40 с чем-то процентов, а последний 55%. Есть талант, дает жетон пятого тира, чтобы взять рандомных 5 предметов в нейтральных, ну, нейтральных предметов пятого тира. 5 рандомных. Жетон дает, короче, пятого тира. Булкибенд? Не, булкибенд нет. Блин, ну спид-демона как-то надоело обузить. Что-то поднадоело обузить спид-демона. Можно взять вендетту, но я что-то не горю желанием. Можно попробовать в этот физа пойти. Да, если ты берешь жетон пятого тира... Он бустится тинкерером, потому что тинкерер не заменяется.
Инкерер не заменяется на контрабандист. Ты берешь жетон пятого тира и, соответственно, это бустится тинкерером, да. Думаешь, Апрора? Я думаю, пойти в физа. Ладно, пускай будет Апрора. Хрен пробьешь эту тварь. Серьезно. Как всегда, да, существует чувак, которого хрен пробьешь. Нормальное явление. Ни хрена не дают. Нет, в устранении понятно. Но в устранении нужно понимать, что ты должен идти в физа. Идти максимально в силу, идти в физа. Но это... Это мы уже тысячу раз собирали. Любой герой может выйти в силу и пойти в устранение. Мне интересно. Интересно собрать что-то неадекватное. То, что ты не собирал. Потому что если взять Unstable Arcana, если взять тот талант, который дает возможность откатить способность несколько раз подряд, это говорит о том, что можно Borrow Time нажать 6 раз. А это уже неадекватно сильно. Но, тем не менее, нужно чем-то дефать. Ясно. Джаггер слабоват. Тиммер пошел в лейдлумер. Не, вот лейдлумер не берите. Говнище. Что до патча было говнище, что после патча полное говно. Там нет никакого улучшения, которое имеет смысл. Оно слабое. Еще один. Я понял. У нас еще один Primal Beast через спин демона. Тут понятное дело, что сильно смотрится как раз именно инкерер и что-нибудь подходящее под него.
Но чем можно неплохо сыграть на пудже с тинкерером? Чем? Серьезно, пока не знаю, чем. Именно пятого тира. Каким-нибудь экс-машиной, что ли? А что, лишь рака с паразма? Зачем лишь рака с паразма? Здорово. Потом, что там на лишь раке с паразмой можно сделать? Ваншотать боссов на 900? И Рики не нашел Giant Strike. Еее! Магус плюс кекс на сларке через омнислэш. Прикол. Пока какой-то обычный пудж, который ни к чему не приводит. Неинтересно. То есть я понимаю, что я могу взять это, могу взять это, могу взять это. Это тоже можно взять, но у меня 0-2. Спиддемона не хочу обузить. Неинтересно. По-моему, здесь и самое адекватно смотрится Тон Стейбл Аркана. Если выпадет талант, правда. Я сегодня видел типочка, у которого тамба через капиталиста без КД была. Била, просто сжигала типов. Что значит без КД? Между неадекватной быстрой скоростью атаки или что? Про это? Он будет себя разогнать в скорость атаки, она неплохо бьет с мультикастом. Но причем здесь капиталист? Капиталист бустит статы, там есть талант, да. Нет, тамба... У тамбы есть определенная максимальная скорость атаки в 1000. Больше не разгонишь. Но для тамбы 1000 скорость атаки попробуй еще развить. Нужно ловкости минимум 1000. Даже больше, по-моему. Много. Много ловкости надо. Не, если тамба ставится с гениальными статами, когда у тебя дохрена ловкости, дохрена интеллекта, есть мультикаст, согласен. Если есть какое-то улучшение под тамбу, тамба будет бить больно, поверь. Тамба будет очень больно бить. У меня тоже были игры. Ставишь тамбу, и чувака за секунду бам избрило. А сможешь поставить 10 томб? Не одну, не две, а 10. Или больше 10. Вот я могу сказать, что можно. Можно поставить больше 10 том. Thank you.
Сейчас хиксовать будет, да? Не хиксуй меня, пожалуйста. Ну не надо. Ну не надо. Ну какой хикс? Ну ёб твою мать. Не, ну понятно, магус с омнислэшем плюс неплохая скорость атаки разгоняется отсюда, да? Плюс хекс прилетает на голову. Чем тут дамажит? Тут, к сожалению, не успеешь надамажить. Пока слабенький пуч. Неадекватно слабый. Не, ну магус плюс омнислэш, конечно, дает просраться. Когда у тебя а, скорость атаки есть, б, и можешь использовать умислэш. Если у чувака есть лотус, допустим, линка с гастом, чтобы не выбить левитра, допустим, да? А индиск, есть хипотсейф, есть какой-то урон. Но у меня пока урона 0. Потому что крутилку нажал, он ушел в умислэш, все. И что дальше? Дальше ничего. К сожалению, здесь длительность слабенькая. Было бы чуть побольше. Гриплин Фир прикольная. Потому что это по области. Радиус 375. Урон в секунду даже. Даже урон в секунду наносит. 40-56. Но вот ночью. Ночью драться с Гриплин Фиром прикольно. Длительность хотя бы 6. Имеет смысл. Чехотка. И жопа болит. Жопа болит. Блин, кофе пойти сделать. Правда, я играю. Чекофе. Там еще и замедление, лютая жесть. Какой-то он странный, у него понятно, что низкий рейтинг, но он пошел в физа, нашел големов. Ладно. Он точно мерзкий тип. Абадонская наружность. У меня еще неплохо так урон бустится, ля. 158 плюс 300. А, ну правильно, плюс 200 урона добавляет. Хорошая способность. Для доты плюс 200 урона это много. Ага, взял бесполезный талант, получается. А флешхипа-то ноль. А флешхипа нет. Ну, тинкерером пока ничего обузить. К сожалению. Да и винер сам по себе уже не особо настакан, сколько. 2 стака всего. Если хочешь стакать винера, то желательно, конечно, все-таки
чистенько идти. Ну, пускай там одна проиграна, ладно, но если хочешь обозить винера, то лучше чистенько идти. Это тяжело. Иногда бывает нереально тяжело. Если понимаешь, что легкая игра, то бери винера, точно, точно за, можно неплохо заобузить. Потому что винер неадекватно сильный в лейте. Поймал. Что Рики делает? Не, Рики странно. Он не в ту игру играет. Но Слар как классическая сигнатурная игра через билд Магусом не слэш. Ты можешь позволить себе несколько секунд находиться в бессмертии. Это классическая игра. Понятно. Он ветра не нажал. Там нечем сбить ветра. А, нормально там ник у чувака. Замечательный ник. Хорош. О, кстати, можно забустить Nemesis курс Тинкерером, да, и оно должно забуститься. И там есть талант, который увеличивает входящий урон. Я просто не хочу играть на Пудже через Турбулент Стурмас. Не очень. Ну и предметы пятого тира тоже. Вот какой бы я взял, допустим? Экс-машину. Экс-машину я еще ни разу не брал. Как она будет работать с Тинкерером? Просто будет давать больше брони и все. Потому что активное усиление не должно работать. Оно просто срабатывает, сбрасывает все перезарядки всех предметов. О, время перезарядок всех предметов, кроме рефреш. Рефреша в игре нет. Дает невосприимчивость к магии на 3 секунды. 80 к силе, ёб твою мать. Нафиг она нужна? Потому что это, если взять, тут будет нереально сопротивление эффектом, сопротивление магии. И забустит базовый дэмэдж. Тоже неадекватно. Ё-моё, испарился. И куда, чел? Потому что я знаю, что вот как раз если взять Nemesis курс, тут же атаки по владельцу, накладывает эффект увеличивает наносимый по нему 18%. И там есть талант, который увеличивает как раз. Увеличивает, усиливает нейтралку первого, второго, третьего тира, четвертого. Третьего тира, по-моему, на... Это же третий тир, ну да. Третьего тира усиливает как раз на
на 144%. Здоровье. Ну, это бесполезно. Сопротивление магии тоже не очень. Уклонение, скорость передвижения. Ну, такое. Лаги. Нормально. Лагает хорошо. Короче, ладно. Взял и взял. Фиг с ним. Смотрим, что выпадет. Блин, задолбал лагать. Кому можно лагать? Надо включить небольшой буст. Чтобы немножечко хотя бы не так сильно лагало, а то лаги какие-то прям... Лаги прям неадекватные. Не понял, че я не мог ветра уйти? Или я вот уходил ветра? Я прихожу незаметно, словно сумерки. А, подожди, стоп. Я на него нажал случайно и не заметил. Лол, я на него нажал. Бывает. Самое интересное, что я даже не заметил. По-моему, вроде, по-моему, да? Что-то мне подсказывает, что надо идти уже спать, отдыхать. Потому что я даже не заметил, что я случайно на него нажал ветра. Какая видеокарта? 2060. У меня ноут. Ох, блин. Да, надо размяться, что у меня плечи болят, капец. Как говорится, старость не радость. Здоровье гадость, да, как некоторые говорят. Сопротивление магии подкрутилка 86%. Я недавно тоже так собирал себе сопротивление магии, мне было 99. На новый ноут? Нет, я еще не собирал на новый ноут. А как я тебя насобирал на новый ноут? Было бы много донатов, собрал бы. Надо лозунг провести. Ты хочешь, чтобы я поменял свой ноут? Кидайте донатики. Ну, тут Арканист Армор, логично, что выбор как раз подходящий. Под мой билд точно. Там из того, что было, больше адекватного выбора нет. Если хотите, чтобы я поменял ноут, но опять же, это сколько нужно денег, чтобы мне задонатили? До хрена. Нет, по крайней мере, если с каждого там по 500, по 1000, я думаю... Можно за месяц, месяца два где-то, да? За два месяца можно собирать. Если там в месяц, допустим, по 10 тысяч. Нет, в месяц по 10 тысяч никак. Если в месяц по 10 тысяч, то надо... 8 месяцев собирать тогда. Точно, 8 месяцев надо собирать, по 10 тысяч-то мало. Подожди, а что мне тут выпало? Мне выпал флешхип.
не тот. Что у меня уже горло побаливает. Можно попробовать взять это. Потому что это хотя бы дает мне снижение урона за счет шарда. Просто банально какое-то снижение урона хотя бы. Неплохо черт пробивает, алло. Подожди, откуда дэмэдж у него появился? Он же не пробивал меня. Ну, по крайней мере, согласен. Тут джаггеры, снижение армора. Все равно жестко. Что купить? Ой, блин, не то нажал. Случайно. Подожди, а что он? Куда он? Зачем? Зачем он меня спрашивает? Не знаю. Крути шестую способность, а что? Понятно, что можно либо брошку, либо нулифайр. Логично. Блин, ну конечно, Апрор больно бьет. Реактивация. Прям нормально бьет. Зачем ты спрашиваешь, с какого его города? Из города Перекати-Поле. О, немножечко забустили силу. Хотя бы чуть-чуть. По-моему, Арканист Армор с Тинкерером жесткая тема. И как раз если взять то улучшение, чтобы бустить нейтралку, брат, это 4-й тир, там всего 55%. Маловато. Но, тем не менее, смотрится прикольно. Забустить аура, которая дает 40% возвращения урона, смотрится идеально. Опять же, не настолько идеально, как хотелось бы, но тем не менее мощно. Ветра не смогу уйти. Или смогу. Че? Ну чел, ну ё-моё, что ты творишь? Так ты меня не переиграешь. Блин, так все болит. Ну, сейчас посмотрим, что выпадет. Я думаю, что в принципе, меня устраивает все нормально. Если выпадет жетон 5-го тира, и я хочу взять жетон 5-го тира, посмотреть, что там все-таки выпадет. Может быть, там что-то будет интересное. Но X-машина здесь не смотрится. Зачем мне X-машина? Откатить линку, откатить ветра. И тем более, Тинкерер через X-машину. Ну, будет чуть больше брони, допустим, да, у тебя. И все. Сможешь ты откатить обратку, сможешь ты откатить ветралинку. БКБшку. От БКБшку откатить это звучит мощно. Ну что, где ты еще увидишь две БКБшки? Правильно. Под Unstable Arcana можно нажать БКБшку раз 7. Наверное. Если получится. Ну, по крайней мере, 6 раз я точно откатывал. Именно 6 раз. Могу взять Аегу. Кстати, если бы была возможность как-то забузить Аеги, то есть, чтобы у тебя они были бесконечные. О-хо-хо-хо! Вот это вот был бы забавный баг. Просто бесконечные Аеги, ты не умираешь. Допустим, ты как Бородач тогда дефал.
Да. Дев за счет Аега. Ты просто умер, прошел дальше. Задефал, умер и задефал, умер и задефал, умер и задефал. А у тебя, допустим, там 200 или 300. Но сейчас для прохождения 1000 волн, конечно, нужно чуть-чуть побольше аегисов. Я боюсь нажимать. Серьезно. Подожди, что мне может выпасть? Нормально. Ну, по крайней мере, вот это хорошо смотрится, вот это. Но это я не вижу смысла. Ничего не знаю. Ну, блин, я вот сколько раз играл. Прикольно, но не то. То есть, здесь на Пудже как-то не хочется. Ну, по крайней мере, здесь на Пудже не хочу. То есть, понимаю, что можно, но Пудже не хочу. Можно забустить это, потому что тут блок дэмэджа. Плюс 80 к ловкости. Добавить ловкости неплохо. Но не очень смотрится именно в бой. Мой билд как-то такое. Можно телепорт забустить. Там тоже мощный дэмэдж. Призма не имеет смысла. Вот это я не знаю. Получив 500 урона в любом источнике, владелец выпускает 2 снаряда в 2 случайных врага. Ладно, смотрим. Ага. Ну, либо это, либо это. Ой, вот это, либо это, все. Больше ничего. Блин, что-то какая-то шляпа выпала. 200 к скорости передвижения, 150 к восстановлению здоровья. По-моему, это сильнее смотрится. Потому что этим я смогу шотать противника. По идее. Тут хрен шотнешь, он сразу прыгает. Я прям четко написала по линии, и ступеньки заканчиваются прям идеально. Что месть? Кого месть? А, так это было 100 лет назад. Это уже все забыли об этом. Да еще, блин, а ну какой дэмэдж? Покажите дэмэдж. 42 тысячи урона. Как урон? Телепорт behind и усиленный тинкерер. 42 тысячи урона. И он еще дает 30 ко всем атрибутам. То есть у меня 524 силы превращается в 584. 60 сил сверху. 60 ловкости, 60 интеллекта. Охренеть. Причем, когда ты падаешь, там неадекватно сильный урон. Радиус мне нравится. Ох, ёб твою мать, он оглушился на 300 лет. 5400 урона. Подожди, в смысле, а сколько там оглушения? На 2 секунды. Он оглушился секунды на 4, наверное, минимум. Как закон тет без слабака. Пурч можно найти шедоу демона. Можно апрор взять. Можно увеличить урон по нему. Голем, допустим, да. То есть у тебя есть голем, который увеличивает по нему входящий урон. Можно найти нейтралку Немезис Курс, которая также увеличит по нему урон. Но желательно, конечно, отключать пассивки. Любыми способностями. Желательно надолго. И стараться так сделать так, чтобы он не вампирился. Потому что когда он вампирится, то тут проблемки уже начинаются. 100%.
Сори, бро. Словил. Согласен, без слабака тяжело контрить. Особенно, когда он закопался, там берсеркер у него есть, да? Спина, дисперсия. Энрейдж, БКБ, согласен, да. Пробить тяжко. Ё-моё. Блин, он пробивает, но БКБшка все портит. Подожди, а это усиливается торсеркой? Тут не написано. По-моему, она должна буститься торсеркой. Периодический урон, да? Блин, охренеть там оглушение. Ё-моё. Тут же как раз написано, что оглушает. Задеть враги получает 150 плюс 70%, 75% от вашей силы в виде магического урона. Затем поджигает их, нанося 60 плюс 25% от силы. Владельца урона в секунду, в течение 6 секунд. Задыхаюсь. Ну, по идее, должно торчерка усиливаться. Хотя хз. После этого... Как действие заканчивается, вы получаете преимущество Swift Blink и Arcane Blink. Задеть враги получают эффект Overwhelming Blink после окончания оглушения. Короче, мощный предмет. Мощный предмет, который неплохо бустится тинкером. Тут еще силы мало. Маловато силы. Было бы чуть побольше силы. Я думаю, оно стоит поменять Мунглейвы, да? Нахрена мне Мунглейвы? Вот дисперсию найти? Но дисперсия неинтересна. Что можно найти? Голема. Под големом будет мощно. Но дисперсия, конечно, то так, чисто... Блин, 40 тысяч урона, ё-моё. Просто один прыжок. Там безмолвие вечное. Вот это неприятно, то что там вечное безмолвие. Блин, а я в куче не смогу использовать это, да? Или могу? Не. Считаешь, увы, нет. Я думал, можно. Он просто испаряется, ё-моё. Такое ощущение, как будто здесь оглушение сквозь сопротивление эффектом работает. Это возможно? Блин, офигеть, вот сейчас я попробую на крипа кинуть, на самого жирного, и упасть. А, не на самого жирного, ё-моё. Ну ладно, слабовато все-таки, слабовато. Нет, оно не стакается. Оно
с друг дружкой не взаимодействует, оно отдельно работает. Да, блин, ты достал. Ух, хотя бы Апрор есть, который отключает. Ну да, мерзкий тип, мерзкий, согласен. Тут не поспоришь, мерзкий тип. Коварная наружность. И тут основная проблема, что мне никак не убить его телепортом. Арбы можно усилить, когда ты входящий урон по противнику усиливаешь. Только так. Либо от интеллекта. То есть Голем, Бланк Сол с талантом, когда ты увеличиваешь входящий урон любой. Любое увеличение статов, это что, увеличение интеллекта увеличивает урон. Целестиал. Винер, это что, любое увеличение исходящего урона увеличивает урон аркан арбов. Это понятно. Что-то крипы вообще не пробивают. И получается, что я их замедляю, они замедляются. У них скорость так и замедляется очень сильно. Не, предмет мощный стинкерера. Прям реально мощный. Да, у них скорость так и замедляется. А, ну они еще шивы замедляются, как коррозивский ном. И полетела крыса. Сколько там стака? 126. Ощущаем, то обратка вообще не интересна. Даже что он взял? А, он взял как раз тот талант. Я вчера на таком правом бесте прошел 360 волн. И игра крашнулась. Я прошел бы, наверное, не знаю, 450 по ощущениям, возможно. Но я думаю, я точно далеко бы прошел. Прям просто нереально далеко. Просто взял дабл эйдж кентавра, пук и крик. И игра такая, эх, блин, не сегодня, прости, бро. Увы, да, увы, но не сегодня. Как-нибудь потом. The next level. Это не очень. Нормально. Флешхип на рандоме, интеллекта, угу. Да уж. Сидишь такой, ищешь, ищешь, что ты ищешь. Бам, тебе игра на рандоме дает флешхип твой. Твой же флешхип. И как раз с интеллекта, который мне и нужен. Спасибо. Век не забуду.
А, он умирает уже. 85 тысяч урона с телепорта behind you. 85, GG. 80. Мать его. А если 4 дума? А если взять первый ход со стекляшкой? И вот так вот сделать. Сейчас, смотри, крипы упадут. Чё-то маловато. Я их убиваю просто за счет телепорта. 20, 100 тысяч урона. Что, опять лагает? Можно не лагать, пожалуйста? Сто пятьдесят восемь тысяч урона. Охренеть, он просто сгорает. Что, булки бенд? Опа. Мне интересно, что сейчас будет. Сто сорок тысяч урона, нормально. Анданг плюс голем плюс дабл эйджем кентавра. Можно, согласен. Хорош. Мощно придумал. Как будто ваншот был. Ё-моё, что происходит? Нормально, меня расщепило. Шарах бабах и нет его. Ха, нормально. Ни хрена себе. Не, ну под бустом. Просто ваншот. Ну еб твою мать, ну какое сало, ну блин, ну крипы. Вот это обуз века называется. Просто ваншот происходит. Но тут нет. Такое ощущение, как будто они станется, вот серьезно. Как они могут станется? Как-то останется подозрительно странно. Нет, уже пробивают. К сожалению, уже пробивают. Ну, тут под бустом. Да, под бустом они умирали очень быстро. 237 тысяч урона, нормально. Мощно.
Понятно, что далеко на этом не пройдешь, но тем не менее. Я через это никогда не дэвил так. По крайней мере, именно вот так вот никогда. Чтобы так бам, и крипов нет. Их серьезно, их станет сквозь... Сквозь сопротивление эффектом. Там сопротивление эффектом 73%. Они всегда в одном количестве стана. То есть этот стан работает сквозь сопротивление эффектом.